CrossFit – это система тренировок, которая направлена для всех. То есть кроссфитом могут заниматься как дети, так и взрослые, так и люди пожилого возраста. Кроссфит, в принципе, это такой вид спорта, который делится на два вида. Есть оздоровительный, есть соревновательный. Вот. Мы открываем сегодня 5-й зал CrossFit Банда Оболонь. Находится он в бывшем здании Девосфит, где вы сможете проводить время. Надеюсь, что зал вам понравится. Вот, я постарался максимально приложить усилий к тому, чтобы он был комфортным как с точки зрения навигации, так и по самому наполнению. То есть, в принципе, постарались соединить максимально все недостатки, которые у нас были. В этом зале уже их счесть к нулю, для того, чтобы было все удобно, как бы все классно.